Замечательный цвет, шикарный цвет. Просто шикарный цвет, очень идет. Раечка, проходи ко мне. Рай, ты сегодня пошла на подвиг. Вы знаете, я вообще им благодарен, этим ребятам, которые никогда не ходили, никогда со мной не работали. Вот. Но тем не менее, они всегда меня поддерживают. И Рая, когда никогда не ходит в четверг, сегодня плюнула на это дело и пришла. Молодец! Я тебя очень-очень благодарен. Очень благодарен. Рая, я тебя тоже раньше, даже когда я тебя не знал, я тебя тоже видел на разных тусовках. Вот, и я обратил внимание, у тебя всегда очень хорошо подобрана одежда, я имею в виду в цветах. Да? Скажи, пожалуйста, ты обдумываешь это, ты подбираешь специально, ты ищешь какие-то комбинации. Ну, я люблю то, что я люблю спальные цвета, спокойные. Да? Ну, я подбираю то, что мне идет. Очень хорошо. То есть ты не одеваешь, например, вот ты пришла в магазин, тебе понравилась какая-то вещь, да? И ты решила ее купить, хотя в глубине души ты понимаешь, что она тебе не идет, не пойдет. Ты покупаешь такую вещь или нет? Нет, я не покупаю. Я меряю, смотрю, как мне идет. Еще раз прими, пожалуйста, мою благодарность за твой подвиг. Да. И будь счастлива. Ребята, вы болеете за нее? Илюша, аплодисменты!